Всем привет. Хочу показать еще один баг. Так. Баг тоже довольно-таки старый и вообще известный, но пускай у меня на канале будет. В общем, если вот между вот таких вот такого вот положения ховеров поставить колеса, ну так, чтобы они уперлись в крафт, ховеры начнут себя вести совсем по-другому. Сейчас можно видеть вот скорости. Скорость сравнима с авиационными крафтами, поэтому ужас, блин. И хочу внести к себе небольшой. Высота, да вообще по барабану. Скорость, я так полагаю, можно и выше. Зачем какие-то самолеты делать? Это фигня, раз встал, можешь встать, можешь переместиться куда захочешь. Полагаю, радар отвалился. Что из особенностей хотелось бы сказать? Этот стабилизирующий компьютер здесь не нужен. Он будет только тормозить, то есть только мы отпускаем управление, нас сразу будет бросать назад довольно сильно. Ну, может, кому и нужна будет такая инерционность, кто знает. Ой, ну крафт постоянно жмет к земле, поэтому и управляется он довольно-таки тяжело. Может, крафты меньшего весу, ой, точнее большего веса, так имеет смысл строить, потому что вот это вот, конечно, жестко. Также вот эта штука, она все-таки нужна в малой степени, правда. Без нее тоже можно обойтись прекрасно, но ей можно задать небольшой крен, и тогда при движении вперед нас не будут вдавливать так вот. При движении вперед и вверх, а просто при движении вперед нас не будет снижать. Ну, банально управлять можно. В общем, вот такие вот дела. Кстати говоря, не показал одну интересную вещь. Если мы роняем якорь, херачим вверх, у нас было мест 200 футов, да? Сейчас мы на 600 поднимемся футов. Шик, да? Вон, 700 вообще. Положение гироскопа нам так поможет выкручиваться.
ставим примерно на середину и опять поднимаемся. У нас так не болтало, как воздушный шарик. Вот и так можно за ним подниматься на довольно большие высоты. Классный баг. Практического применения какого-то я к нему не вижу, потому что вот на такой высоте нельзя ховер закрепить. Можно было бы этот просто кинуть якорь такой вот подобный, повесить и какие-нибудь гравилеты, а не антиграф технологии всякие штуки держать в воздухе, ну, чтобы этот энергия была постоянно. Но нет, такую штуку нельзя поднять. Увы. Потому что как только мы опускаем кнопку, мы снижаемся неизбежно, пока не втараемся в землю. Это один из главных минусов этой системы. Мы в конце концов втараниваемся в землю. Я смотрю на якорь, это как-то не так быстро происходит. Зато наборы скорости прям радуют. Давай-ка снизимся. Ой, не нахер. Встанем на защищенную позицию. Ну, вот мы. Снижаемся. Увы, это неизбежно. Ну что ж, ребят. Надеюсь, все рассказал, что заметил. На этом всем спасибо. Всем пока.